Привет, друзья. Сейчас камеру вытру. О, кто-то присоединился. Так, так все плохо, не видно. Во, вот так видно. А, о, так видно. Да, здрасте. Слушайте, редко выхожу. Да, спасибо, Нальчик. Вчера была презентация. Попросили почаще выходить. Вот. Ну, буду почаще выходить. Просто действительно времени нету, а с вами сядешь и вместо 5 минут проведешь полчаса. Короче, обычно телефон садится раньше, чем я заканчиваю. Да, привет из Казани. Да, дома сейчас поеду работать. Вот на днях. Да, Челябинск есть, там здоровый челябинский парень. Мишка Кокляев есть такой. На фит-шоу. Я даже не знаю, что это, если честно. Это в Москве, да, по-моему, будет. Про жирики с эфедрой, мне они не нравятся. Мне от них становится так плохо, что когда они отпускают меня, мне становится хорошо. Сейчас угли, безуглеводная, почти 2 неделя пошла. Потом расскажу, почему. МРТ делал недавно, да. Все не так плохо, как казалось. Эфир, слушайте, ну забавно, в прямом эфире, впервые в жизни. Там, в общем, ничего не вырежешь. Да нет, неплохо, все хорошо. Я не знаком, вот медицинские вот эти показания, ребят, это, к сожалению. Какие жирики посоветуете? Ну, не надо с эфедрином жрать их. Там не эфедрин, там эфедра. Вот, поэтому, кто их как переносит, я плохо переношу. И Mamba, Hellfire, да все, в общем, не очень хорошо. На Кубке Ишанкина ждать, вот, похоже, что нет. Потому что в Воронеже я буду одновременно в этот день, с днем, когда Динка будет проводить. С проектом Усмана, да все хорошо. Занимаются ребята, звук пропал, странно. Простудился, как сильно не слить во время болезни, не тренироваться. Гостюнина, ну, что значит уважаю? Ну, в хороших отношениях у нас нету ничего, никаких точек раздора, вот. Будет ли передатчик накачать ноги при травмах позвоночника? Да нет, в Воронеже, по-моему, 16-17 мы будем. Пульсометром пользуюсь? Нет. К сожалению, нет, потому что хороший пульсометр требует датчика, не очень удобно. А те, которые без датчика, к сожалению, они некорректно снимают показания. А, аватарку перископе, а я не знал, можно поставить? Поставлю. Дочку надо просить, она, наверное, знает. Реально расширить грудную клетку, 18-19 лет, реально. Да, ну датчик на груди, естественно, должен. В Алекс Фитнес семинар бесплатный. У нас семинары вообще бесплатные, за редким исключением. Не знаю, каким боком вы нашли связь между приемом протеина и повышением давления, тогда нет. Купи Energy Diet, спасибо, не хочу. Вот. Когда в Череповец, так мы же недавно были в Череповце, 3 недели назад. В Орел не знаю, сейчас качество единоборствами. Совместим, почему нет? Просто если и то, и другое на высоком уровне, придется чем-то жертвовать. БЦА сгущает кровь? Нет, не сгущает. Как отключить трапеции девушки? Координацию, учиться не поднимать плечи. Вот. Поэтому здесь все очень просто, примитивно. Вот. Поэтому система Плинтовича. Да никто ее нормально не объяснял. То, что Борисов про систему Плинтовича, это не система Плинтовича была. Вот. Синокардия фитнес. Подождите, ребят, сейчас через 2 недели будет видео. Да, здравствуйте. По поводу моих тренировок, статодинамики и погода. О, погода. Погода классная. Вон она какая. Погода у нас классная. Во время сушки что посоветуете для сердца? Куэнзим Q10. Да, обязательно. Q10 с 25 лет можно пить постоянно. Гусев хорошее видео сегодня нам сделал. Ну, знак на конце, вопрос или восклицательный. Ну, Дениска молодец. Начал делать то, что давно уже пора было делать. Есть вещи, которые он еще пока не разобрался. Но это вопрос времени. Я к Денису с огромным уважением отношусь. Нижневартовск не знаю. В Нижневартовск недавно звонил мне Ильдар из Нижневартовска, поздравил с днем рождения, поэтому с удовольствием бы увидел со всеми.
Ну как, что во время сушки, вы же понимаете, связано с нарушением калио-магниевого баланса. Скорее всего, надо повышать количество калия и магния. Хруст в коленях, ну слушайте, синовиальная жидкость, скорее всего, нужно решать с ней что-то. А в Екатеринбурге, я думаю, что есть такие планы про Сильверса, что можно сказать. Да у нас хорошие отношения, я бы даже сказал дружеские. Димка очень хороший парень, победил он. Ну, я не судья, мне казались, там были более ладные ребята, но судьям виднее, тут ничего не могу сказать. Овсянка вымывает кальций, не думаю. Подходы для натуралов обязательно. Он без вас будет на Кубке Шанга? Не знаю, не знаю. Может сидеть на 50 граммах углеводов без вреда для здоровья? Я думаю, что долго можно сидеть, нужно просто состояние здоровья мониторить. А Кунзинку 10 я пью постоянно. Сейчас 300 миллиграмм в день пью, и вот сейчас закончился, завтра поеду куплю. Беталанин, ну, примерно 3 грамма, и будет очень классно работать, особенно когда вы кроссфитер, вы занимаетесь боями какими-то. Эксперимент не закончится? Нет, эксперимент закончится где-то 15 апреля. Вы, Усманова Тима, какие проекты планируете совместно? Никаких, кроме того, что я веду мужской класс. Ну вот, видите, вот там он сейчас вот на компьютере открыто. Диетология Барановского. Вот. До тех пор, пока с вами не пообщался, сидел, читал. Вот. Есть ли смысл тренировки в день углеводной загрузки, а почему же нет? Звали на Матч ТВ, но они-то в Питере, в Москве находятся, а я в Питере. Сейчас 114, вот вторая неделя без углеводки. Спасибо, Литва, спасибо, Кишинев. Вот, поэтому паховая грыжа. Слушайте, ну тут уже вопрос натуживания. Если вы в статодинамик тренируете, сможете тренироваться как угодно. Если нет, то я бы вначале прооперировался. Ну, Мишка, например, как Ляев же сделал операцию. Правда, не помню точно, паховая грыжа у него или пупочная. По-моему, паховая. Есть противопоказания БЦА? Ну, слушайте, только то, что лицин немного повышает уровень инсулина. Ну, я не думаю, что нет там. Слушайте, чем лечу простуду? Не болел уже лет 5, наверное. Реально, без формы добиться формы в классике? Нет, нереально. Ну, а что тут? Говорю, как есть. Ваше мнение становое для набора массы? Только не с пола. С пола это больше проблем может получить. Витамины помогают не болеть? Помогают. Витамины предшественники выработки ферментов, а они, в свою очередь, ответственны за все обменные процессы. Второй год тренируетесь, если вы в тупике, можете, если не в тупике, при стенокардии заниматься можно. Но еще раз говорю, когда закончится мой эксперимент, я вам все расскажу. Оптимум витамины, да, оптимум витамины. Правда ли, что станово толчает талию? Ну, так повелось, так считается. Вот, поэтому я занимаюсь повышенным давлением. Вот Миша Кокляев тоже занимается повышенным давлением, а я вот не советую. И через 2 недели вам расскажу, почему. Чем посоветую лечить простуду? Ну, слушайте, если уже вопрос заболевания, надо лечиться. Боюсь, что мед и... Ну, опять же, вопрос времени. Сколько быстро надо? Реально набрать при тренировке 15-20 повторений, реально набрать мышечную массу? Только лишь высокоповторно? Думаю, что нет. Думаю, что нет. Да, Израиль, здравствуйте, очень хочу приехать в гости. Что думаете о визе? Слушайте, не смотрел спуск от динамики, но, ну просто, честно, жалко тратить время. Наверняка он что-нибудь гениальное там выдал, а я не могу позволить себе тратить время. Ну нет, к сожалению, такой возможности. Хлеб, ну нет, наверное, нет все-таки. Как... Слушайте, сейчас со сном все в порядке. Наверное, это психика, то есть как только личная жизнь, как-то именно своя жизнь. В мэнфизик натурах, в натурах можно. Я знаю спортсменов, которые натурально выигрывали физиков. Ну, с их слов, по крайней мере. Вот. Так, верно, так, с отношением к Energy Diet. У меня нет никакого отношения к Energy Diet. Я так же, как и большая часть из вас, читал, видел ролики Тацулина, Брина. Все, по-моему, там близко, состав разобран, мне нечего ответить, я не знаю. Читмил, ну, если вы на низкой углеводке, есть, спасибо, Нижневартовск, вот, поэтому были. Ну, тут дерзкие ребята,
Вы не стесняйтесь, вы, если хотите меня оскорбить, вы просто скажите, когда и куда. Я же практически в каждый город приезжаю, если хотите мне в лицо что-то сказать. Вот. Вы просто подойдите, я вам даже номер оставлю. Вот. Потому что каждый раз, когда дерзкие сопляки начинают так себя вести, ну что можно сказать? Могу голову разбить. Вот, при встрече, если будет желание. Дайте номер, напишите мне ВКонтакте, я вам подскажу, куда подъехать. Или дайте мне свой номер, я сам подъеду. Обещаю вам, без вопросов. А вот, ну, это дело такое. Дети балуются. А я не знаю, как блокировать, если честно говоря, не знаю, поэтому... Ну, тут, наверное, дерзкий. Приезжайте в Грозный. Слушайте, в Грозный хотим приехать, на самом деле, есть такие пожелания у нас, поэтому очень надеюсь. Вот. Ну, со временем научусь блокировать, ну, да, креатин рабочая добавка, сейчас его пью 10 грамм и реально понимаю, что он работает. Причем, когда делаю соло, вижу, что он работает. Вот. 8 недель курс, 8 недель отдых, стандартная система, это про меня, не буду комментировать. Москву, ну, Москву очень люблю. В 17 лет курсить я бы не стал на вашем месте. Креатин, ну, я, естественно, Optimum Nutrition пользуюсь, но по большому счету, сами понимаете. К CLA, ну, добавка спорная, на самом деле. Нет, я не метис, я еврей полукровка. Ну, может быть, это метис. Креатин пить 10 грамм в день тренировки, 5 грамм в день отдыха. Где купить донабол, не знаю, слушайте, да, ну, не уточнял. 10 грамм много же креатин. Да, естественно, в сутки. Нет, я только тренируюсь в статус динамики, исключительно в статус динамики. Протеин Сан хорошая фирма. Приседы, если чисто физиологически, они не идут, но жимы ногами, как приседы, все что угодно. Как долго пить креатин? Ну, где-то в районе 6 недель больше не нужно, потому что клетка больше в ней вмещается. С ним маги подружились, мы с ним не ссорились, если честно. Планировали в Германию, да, мы из Бреста поедем на машине в Германию ФИБА. 9 числа будем на выставке. Спасибо, Махачкала, огромный привет вам. Будем на ФИБА выставке 9 числа. 10 пойдем, наверное, на футбол там же, в Кёльне. Потом 11-го будем в Амстердаме и потом обратно домой. Протрузиями можно тренироваться? Можно, просто осевые нагрузки нужны, чтобы не болеть, витамины. То если буду в Питере, реально провести тренировку, реально, просто, к сожалению, в нашем клубе гостевых визитов нет, они оплачиваются. Очень много ко мне приезжает ЖКТ на сушки, но вам надо не на сушки чистить, а после уже. Как станово тянуть лучше? Я уже говорил, с пола не надо тянуть. Для культуриста это абсолютно ни к чему. Витамин D пьет, не спортивно? Нет, не пью. Ну, в смысле омега-3, если это можно относиться к, не к витаминам, а к незаменимым жирам. Сколько стоит? Ну, вы когда соберете, напишите. Коротко про динамику. Да, ну, какие анализы на ПКТ? Ну, какие? ФСГ, ЛГ, тестостерон, пролактин. Смотря что у вас там было. Тяжесть в животе на сушке, что делать? Ну, скорее всего, связано, с запорами. На сушке тут стабильно. Ищите способ, чтобы кишечник нормально работал. Я пил биовестин лакта, это такие лактобактерии, и клетчатку. Девушку возьмите под контроль. Ну, я с девушками, дети, да, у меня дочка взрослая. Ну, как взрослая, 16 лет. При повышенном билирубине, вот не знаю, честно, в Киев, чем бодибилдинг, хобби. Ну вот сейчас путешествуем. Омега-3 всем пить, я советую всем пить. Палец на камере, так, извините, не хотел. Повторения в зале. Что вы имеете в виду? Ну, ничего тут нового. Статус динамики, не повторения, а секунду. Ну, тренироваться из Москвы, рука не устает, нет. Тренироваться в Москве, ну, есть только дистанционно. Ну, слабые ноги. Если они слабые, то надо увеличивать силовые показатели. В Минске мы будем 2-го, потом у нас будет Баранович, Брест и, по-моему, Витебск. Чем полезны омега-3 жиры?
тем, что они не вырабатываются нигде. Вот эти две незаменимых жирные кислоты, дикозагексаеновая и козапентаеновая, никак не вырабатываются. Поэтому антиоксидант гинкобелома, лучший антиоксидант, достаточно дорогой, форму водяного, сейчас здоровый, а на Арнольде классный. Протеин Макслер, есть такая фирма, состав не смотрел, вроде в Германии его фасуют, поэтому думаю, что качество должно быть нормальное. Гинкобелоба. Что перед выходом на сцену, ну а чего, сладким, немножко глоточек воды. Ну сладкое я бы ел обязательно. Где бы с флатером бодибилдинг, легкой атлетики, я копью металл. 40 секунд, ну значит вы сверхмедленно делаете, такой вариант тоже подходит. Задняя дельта по-вашему, лучше упражнение, да да ничего, ты там голый ходишь, там все видят. Вот. Вот вы меня сбили, у меня там жена сзади ходит. Кем вы работали в молодости? Слушайте, кем не работал? Был водителем, был предпринимателем, да вообще, кем я только не был. Стевию нет, не употребляю. Глютамин с БЦА нормально смешивают? Да, прекрасно, абсолютно совместимый, и более того, есть такие добавки. Слив загрузку, слушайте, тут можно 10 раз делать, 10 раз ошибиться, основные принципы есть по соли, по воде. Ну, значит, это полгода вы оттренировались, и организм адаптировался, нужно искать ответные какие-то реакции на него, то есть менять программу тренировок. Изотоник на тренировке для культуриста не нужно пить, кроссфитеры, лифтеры, да, это пожалуйста. Индоксифилин, да, пожалуйста, перед выходом на сцену таблеточек 10 заглотите, хуже не будет. Я считаю, что после тренировки быстро углеводы не нужны. Ну, по крайней мере, вот те исследования, которые я пользуюсь, я не вижу в них смысла. Сколько повторений цитаты динамики? У меня получается от 15 до 22-23. Воркаут, ну, красиво, но стоит ли употреблять лимбутерол на сушке? Ну, если вы его хорошо переносите, почему нет, если плохо, то ну бы его подальше. Принимаю креатин, анализ показал повышенный креатин на... Ну, слушайте, вот то, что пробы печени, АСТ показал повышенный, это странно. Возможно, это не связано все-таки с креатином. Да, спасибо. ВКонтакте, слушайте, отвечаю в формате да-нет, потому что, когда мне пишут историю жизни, конечно, у меня нет времени. Как сместить нагрузку с трицепса на грудные при жиме штанги лежа? Да все очень просто. Вспомнить, какую функцию выполняет мышцы груди, и пытаться не сжать снаряд, а сводить руки, то есть приводить руку к вертикальной оси туловища. Какой это клинбутерол натурала? Да натурал, все тот же самый вред. И для сердечной мышцы, для надпочечников, все то же самое. Что натурала, что натурала. Что делать при стрессах? Ну, бухать как минимум. Бухать, наверное, не нужно. Какой-то сонный. Ну да, я сегодня подорвался в 6 утра, мне надо было в 8 уже. Сколько лет в каче? Лет 30 уже. Ну, чуть меньше, может. Мне надо было уже в 8 утра быть в другом конце города. Фулбоди, когда можно развивать... Фулбоди месяца на полтора, на два, я думаю. Не годится ноги вместе делать и разделить, но если вы можете изолирующими движениями, ну вы же приседаете, если в пол. Окно шумное. Хорошо. ТРХ с функциональным тренером жиросжигания. Для жиросжигания хороша диета, а не тренинг какой-то либо функциональный. Сейчас у меня рука точно затекла уже. Во сколько нужно ложиться спать? Я не знаю. Часов в 11, наверное. Прокачка всех мышц в один день – это хорошо, фулбоди? Да, на определенной стадии. Жиросжигание в двух словах. 50 грамм углеводов каждую неделю убираем из своего рациона и смотрим по форме, что происходит. Мое спортивное питание, ну слушайте, там на кухню надо идти, а там Black Mamba, кстати говоря, один из самых мягких, с эфедрой, поэтому, в общем, не самый он такой агрессивный. Можно натурал посушить за 12% жира запросто. Протеин доли после, конечно. Ну, видимо, да.
Алкоголь иногда употребляете, пива нет, водку нет, вино да. После Optimum Nutrition, да черт его знает, ну как-то это неправильно, наверное, будет что-то говорить. Ну хорошая фирма Sun, хорошая фирма Twin Lab, поэтому... Кокляев уехал в Челябинск. Медленных быстрых волокон в один день я раньше совмещал. В принципе интересная схема, может быть полезна. На улице у нас сейчас 12 или 13 градусов. Резко. Я сегодня колеса поменял уже, поэтому я теперь тунца специально нет, не покупаю. А в ресторанах иногда, когда приглашают, ем. Что делать при откате? Менять характер тренировок, менять характер нагрузок и питания. 4 дня в неделю натурала много? Да нет, нормально. При статодинамике есть циклы, только в статодинамике нет циклов. Ну а с чем его циклировать? Микрофон опять руку закрыл, да? Ну, извините. Бета-аланин как принимать? Я уже говорил, 3 грамма, примерно порядка 1,5-3 грамма, он очень хорошо работает. Не знаю, что такое Modern ЦА. Вот. Что скажете о книге доктора Любера? Ну, она такая фундаментальная книга, без соплей, без сентиментов в его духе. Да, я грудки уже не ем, кстати. Да, аминокислоты практически все принимаются натощак, вот есть у них такая особенность. Слушайте, ну пока еще не звали меня к столу, поэтому еще поболтаем. Бета-аланин – это такая добавка, аминокислота, которая является бустером молочной кислоты. А через 2,5 приемлемо, вне тренировки, да, приемлемо. Но опять же, не забывайте, что пища переваривается некоторые до 3-4 часов, когда вы начинаете тренироваться, включается симпатическая нервная система, она практически блокирует переваривание. Вот я сейчас поем за час, и это нехорошо, потому что я планирую такую легкую тренировку еще сделать. БЦА поможет на сушке однозначно. Читал, Макдональд читал. Вегетарианцу, ну, выбор каждого, я отрицательно отношусь. Не знаю, да, видел Гусева и даже писал, мы переписывались уже после видео, ну, обсуждали некоторые моменты. Почему отказался от грудок? Ну, появилась возможность покупать другую пищу. Да, начинать нужно с тренажеров. Ну, по статодинамике нет никакой литературы на самом деле. Трибулсу для натурания, для натурала, я считаю, что он работает. Мой партнер говорит, что он не работает. Ну вот, на мне он работает. Как правильно выходить из низкой углеводки, так же, как и входить. По 50 грамм один день отъедаетесь, а потом начинаете чередование. Вес, не знаю, вот покажу свою форму через неделю, она будет хорошая. Да, Трибулус не лицензирован, да, в России, действительно так. Да, спасибо, Казань. Вчера как раз магазин одного казанского предпринимателя для в женском роде открывали, вот я был там. Свою книгу планируете написать? Много было предложений, нет, не планирую, потому что Хотел бы сына, но мне уже 44 года, и это безответственно. Я не знаю, сколько мне отведено. Антоха, да, сиротой. Антоха вчера на диатлетике, выступая в тяжелой категории, занял второе место. То есть не в классике, а в тяжелой форме, у него ядерная. Вот, поэтому думаю, что есть все шансы у нас победить на Питере. Какую фирму спортивного питания? Ну, вы видите название спортивного питания у меня на футболке. Вот такую я вам советую. Спасибо. Как тренироваться 2 недели до соревнований? Круговые тренировки, ноги последний раз за 6-7 дней. Ну и большие мышечные группы уже выключать дня за 4, чтобы восстанавливаться. В дни отдыха не нужно пить БЦА. Потому что действительно 10 минут отдыха должно быть между упражнениями, потому что все правильно, вы внимательно посмотрите. Про еду скажете, индейка, говядина, рыба, вот, не 10 отдыхаете, с Мишкой давно не виделись, ну он же в Таиланде, по-моему, сейчас, если не ошибаюсь, можно ли пить БЦА по утрам, можно, только зачем, 70 килограмм до скольки вес без курса, понятия не имею. Борис Мирочник, не знаю почему, Боря предприниматель, такой хитро сделанный, молодец,
Я так не умею. Какие продукты, жиры брать? Если насыщенные, яичный желток, сливочное масло, сыр. Ну, как если колени болят от приседа, скорее всего, и отжимы будут болеть. А может быть, у вас просто острая нагрузка за счет там выноса колена, так бывает. Попробуйте жимы ногами. А Мишка уже дома? Ну, не в курсе, я, честно говоря, как потреблять, наверное, БЦА. 15-20 грамм. Как вам форма Живухина? Ну, здоровый конь, конечно. Я думаю, что если доведется, опять будет всех удивлять. Это я качаюсь. О, мне уже готовят есть. Посоветую пить протеин до или после. После тренировки и с утра. Стат динамик, упражнения без расслабления. Такой памперинг. Процент жира, я думаю, что сейчас уже меньше стал. Где-то в районе 11-12. Но для меня это много. Из хрупкости суставов выясните, а с чем связано. Если это синовиальная жидкость, это к врачу. Если это менее значимая проблема, то и хондропротекторами, и коллагеном можно обойтись. Я в этой квартире год уже живу. Сладкой перетренировкой можно, но я не считаю необходимым. В Казани? Не знаю, ребят, не знаю. Ну, а зачем БЦА употреблять с утра, скажите мне? Ваши мышцы стоят не из трех аминокислот? Да, жене спасибо, обязательно. Ваши мышцы стоят из 20 аминокислот, а БЦА всего 3. И основная функция – это поддержать энергетику. В Выборгском я живу. Есть лучше после тренировки, если она с утра. Ну, вам все равно до тренировки надо поесть, конечно. Сколько вы можете достать динамики? Не знаю, потому что эксперимент мой длится уже 3,5 месяца. Поэтому не знаю. Пока эксперимент продолжается, но, как и обещал, будет велотренажер. Домой не думал, это безумие. Зачем мне нужен гидролизатор и заряд на воде? Ну, можно, почему нет? Можно ли стать профнатурахом? Нет, даже хуже, более того. 4 вида тренинга, гликотический тренинг. Так, ну да, сколько таблеток Optimen пить в день? Я 2 пью. В разные утром и вечером. Тренинг нормально в плане биоритма. Так биоритмы это же они же меняются, а если вы завтра переедете в другую географическую зону, там в часовой пояс. Организм адаптируется. Какие насыщенные жиры есть нельзя. Еще молочные продукты нужно есть. Пару раз в гостях был в Олимпике на Кондратьевском, просто тренировался. А с Гостюниным мы, кстати, тренировались там, вспомнил, в 2009-2010 году, в 2010, наверное. Ваш спортпит вы покупаете? Нет, я не покупаю. Ну, к счастью, не покупаю. И спортпит, протеинный заряд на воде с утра. В Барнаул, слушайте, вот не помню. Вот помню, что сейчас 4 города Беларуси, потом Германия, потом Воронеж, Краснодар под вопросом Самсон. Не вспомню. Ну, потому что нужно поднять аминокислоты в крови. Тогда повстречаемся в Кёльне. Я надеюсь, что удастся. Вот. Молоко замедляет процесс усвоения белка, потому что в молоке 80% казеина. При вегетососудистой дистонии можно, если вы не ставите перед собой сверхзадачи по поводу там стать чемпионом мира. Вот. Закончить призыв вам сразу же дает, ну что-то в этом роде. До занятия спортом я выкладывал, ну так никакая была. По статодинамике планируем с Антоном после соревнований уже снять еще один ролик, потому что не успели до, а чемпионат Санкт-Петербурга уже на этой неделе. Я пью протеин, изолят, с утра не пью я БЦА. Вот. Хруст в коленях. Я вам уже говорил, с хрустом в коленях выяснить причину этого хруста и после этого искать ответ на вопрос. Вот, поэтому тут еще раз говорю, медицинские вопросы для меня, я никогда в том, в чем серьезно не разобрался, советовать не буду. С грыжей поясницы можно тренировать? Ну, просто аккуратнее убрать приседания, поэтому... Анализ раз в год сдаю, биохимию сдаю всю, гормоны, естественно, сдаю, только не раз в год, а два раза в год. Сколько калорий потребляете? Сейчас очень мало ем, думаю, что меньше 2000 калорий.
Но еще раз говорю, у меня большие проблемы с обменом веществ. Корсет на меня не налез. Слушайте, я думал, что у меня талия тонкая, как выяснилось, нет. Поэтому корсет на меня, к сожалению, не налез. Вот. Да, воду пить нужно, конечно, после пробуждения. В школе Вейдер учились, да. Не худею, да, и я уже устал говорить, что, к сожалению, обмен веществ, величина заданная, у меня он низкий. Гормон роста принимал. К ортопеду, к спортивному травматологу с коленями идти, у нас в Питере есть очень классная клиника, Доморф. Да я уж не знаю, кто я, честно говоря. Нет, генетика у меня нехорошая, есть проблемы. Как насчет вода во время приема пищи, да ради бога. Какой гормон хороший, не знаю, понятия не имею, что на рынке продается, поэтому после 40, конечно, надо заниматься, что? Возраст не предел, не помеха. Вот. Ребят, пойду я кушать, потому что генотропин хороший. Наверное, не знаю. Вес сейчас 114. Сколько желтка можно? Я ем порядка 6-7 желтков в день, сдаю анализы, и уровень холестерина у меня в норме. Поэтому эти вещи вы можете точно почитать, между прочим, и в диетологии Барановского, да и много где. Касательно того, что все-таки преимущественно уровень холестерина определяет как раз синтез его печенью, а не то, что кушать буду индейку и салат. Вот, не буду углеводы есть. У меня легкая тренировка ног, что же без углеводов-то не потренироваться. Вот, так что вот так вот. Нет, конечно, не жареная. Ну, хотя она, не знаю, как там приготовлена, вряд ли жареная. Вот, спасибо. Вот, постарался максимально быстро ответить. И, кстати говоря, чего не покажу. Ну, слушайте, там на кухне, поверьте мне, там много чего, наверное, не надо показывать. Валяется в таком разбросанном состоянии, поэтому не буду показывать. Как-нибудь потом сделаем. Эрбисол, я не знаю, что это такое, честно говоря. То есть по названию созвучно, что ты думаешь, что какой-нибудь пребиотик, ну вот. Не знаю. Хорошо, постараюсь. Еще до отъезда постараюсь выйти и поболтать. Вот. Тесто сильно падает с возрастом. Сильно. Сильно. Запястья, кисти болят. Либо укреплять, либо имеется закачивать, либо. А, иммуностимулятор, ну, видите, ошибся. Либо бинтуйте, какие варианты. Вот. Салат какой? Огурцы, помидоры, капуста, укроп. Что-то в этом роде. Еда остынет, да, еда остынет. Все, ребят, спасибо. Вот. Надеюсь, до встречи. Давайте, пока-пока.